сочным челом и удивленным взглядом. Пусть изменилось все кругом, и мы с тобой не рядом. Пусть годы разлучили нас, прими в подарок мой рассказ. Ох, когда я увидела, что ты наделала. И, пожалуйста, слушай и не прерывай меня. Сейчас, сейчас, сейчас я тебе все скажу. Значит, во-первых, не прерывай меня. Во-первых, ты пищала, когда тебя мыли сегодня утром, и нечего возражать. Я слышала своими собственными ушами. А что ты говоришь? Что? Ах, она попала тебе лапой в глаз. Ну и сама виновата. Незачем было открывать глаза. Во-вторых, ты оттащила снежинку за хвост от блюдечка, когда я наливала молока, что пить захотелось. А о ней ты не подумала. И в-третьих... Кити. Стоило мне отвернуться, ты тут же размотала всю шерсть. Целых 3 проступка, ты еще ни за один не поплатилась. Иди сюда. Иди сюда. Не пойдешь, хорошо, не ходи. Не ходи, я накажу тебя за все сразу, через неделю. Вот это было бы интересно, что было бы, если бы меня тоже стали наказывать за все сразу. И чтоб тогда было в конце года. Сидеть мне в тюрьме не иначе. А если бы меня оставляли без обеда за каждый проступок, тогда что, в один прекрасный день я осталась бы сразу без 100 обедов? Ну, это что, ничего. Хуже было бы. Да, если бы мне пришлось съесть все 100 обедов разом. Кити. И сюда, Кити. Ладно, давай. Давай играть. Шахматы! Кити, иди сюда, шахматы. Кити, а в шахматы играть вот ты умеешь? И, пожалуйста, не смейся, я тебя серьезно спрашиваю. Все, если ты сию же минуту не справишься, все, я тебя посажу туда, за зеркало, в зазеркалье. Так, давай играть, как будто мы можем туда пройти. Так, значит, вдруг стекло станет таким тонким таким, как паутинка, и я шагну сквозь него. Смотри-ка, правда, тает, как туман. Пройти теперь совсем не трудно. Я минуточку.
Толгамрав и крош ей квил солокрав, Иванов силя рыб и кюне очень милые стишки, но понять не так-то легко. Так, а это зазеркальная книга. Сейчас я поднесу ее к зеркалу, я смогу ее прочитать. Бармаглот. Шарьки пырялись по нове и трюкотали зелюки, как мюнзики в мове. Моргалось, клики, шарьки пырялись по нове и трюкотали зелюки, как мюнзики в мове. Лепестки. Лепестки. Вот
если б лепестки завивались у нее побольше. Ну, тогда бы она была бы очень мила. Хорошо заговаривать. Первыми! А я им просижу себе и думаю, догадаешься с нами заговорить или нет? Или нет? По-моему, нет. Нет? Я во многих садах бывала, но чтобы цветы говорили, нет, это я никогда не слышала, даже подумать не могла. А по-моему, ты вообще никогда ни о чем не думаешь! В жизни я не видела такой дуры. Ну тихо. Вы-то уж помолчали бы. Можно подумать, вы. Ну что вы видели в своей жизни? Видели. Спрячутся под листом кустом, спят свое удовольствие о том, что происходит на свете. Понятия не имеют. А вам никогда не бывает страшно? Вот вы здесь совсем одни, вас никто не охраняет? Как это одни? А дуб? На что? А дуб? Дуб, а он что, может что-нибудь сделать? Да он хоть кого может отдубасить? Что-что? Что-что? А дубасить я умею, а вот... Потому и называется дуб. А ты этого не знала? Помолчите, ну! Распустились, негодницы! Одной из них распуститься, как все тут же. Но распускаются за ней следом. Такой поднимают крик. Да их послушаешь, просто завянешь. А в саду есть еще люди, кроме меня? Есть. Есть еще один цветок, который умеет ходить. Как ты? Только он в раскидисти. Чем ты? А в остальном, как я? В остальном, как ты? Тут в саду есть еще одна девочка. В остальном, как я? Да-да-да-да. Ты немножко, пожалуй, темнее, пожалуй, и лепесточки покороче. Не такие растрепанные, как у тебя. Но ты не беспокойся. Она ведь ее скоро увидит. Она из тех, у кого... 9 шипов! Знаешь такой сорт? А где у нее шипы? Ну, на голове, конечно! А я легко стою себе и думаю, а почему это у нее их нет? Мне казалось, они все с шипами. Я слышу ее шаги. Тик-так, тик-так. Только надо тик-тики-так, и когда идет по дорожке. Королева. Настоящая королева. Я пойду к ней навстречу. Навстречу? Так ты ее никогда не встретишь. Я бы тебе посоветовала идти в обратную сторону. В обратную сторону!
справляешься. Смотри мне в глаза, отвечай вежливо и не верти пальцами. Я заблудилась. То есть я потеряла мой путь? Твой? Твой путь? Нет, не понимаю. А что ты хочешь этим сказать? Здесь все пути мои. Ну, скажи мне, зачем ты сюда пришла? Ну, пока думаешь, что сказать, делай реверанс. Реверанс экономит массу времени. Тик-так, 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 тик-так. Вернусь домой, попробую делать реверанс, когда буду опаздывать к обеду. Все, все, твое время истекло, отвечай. Ну, когда говоришь, открывай рот немного шире. И не забывай обращаться ко мне, Ваше Величество. Ваше Величество, я просто хотела взглянуть на сад, Ваше Величество. Ой, умница. Разве это сад? Видала я такие сады, рядом с которыми этот просто заброшенный пустырь. Потом я хотела подняться на вершину холма, Ваше Величество. Холм? Разве это холм? Видала я такие холмы, рядом с которыми этот просто равнина. Ваше Величество, холм никак не может быть равниной, это чепуха. 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 Жила-была мышка Маусик, и вдруг увидала кота Усик. У кота Усик злые глаза Усик, и злые пизды зуба Усик. Подбежала кота Усик Маусик, и замахала хвоста Усик. Ах, Мауси, 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 подойди ко мне, милая Мауси. Я спою тебе песенку Мауси, чудесную песенку Мауси. Но ответила умная Мауси, ты меня не обманешь, кота Уси. Злые твои глаза Уси, и злые пыльные зуба Уси. Так ответила умная Мауси, и скорее бегом от кота Уси. Алиса. Скажи мне, зачем ты сюда пришла? Я просто хотела взглянуть на сад. Так. Потом я хотела подняться на вершину холма. Так. А еще здесь играют в шахматы. Так. Вот мне бы очень хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Так. Я согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Так. Хотя, конечно, конечно, вы знаете, больше всего я хотела бы быть... Королевою! Легко можно устроить. Шу. Если хочешь, становись белой королевской пешкой. Ты сейчас стоишь как раз на второй линии. Доберешься до вашей мальки и станешь королевой. Алиса, быстрее! Быстрее, Алиса! Иди сюда, иди сюда, быстрее! Ваше Величество! Быстрее! Ваше Величество! Быстрее! Ваше Величество! Алиса, не раздавай! Мы пробежали мимо 10 минут назад. А ну давай, еще быстрее! Не надо, Алиса. Все, вот ты можешь немного отдохнуть. Отдохни. Ваше
ваше величество. Да. А мы что, не сдвинулись с места ни на шаг? Ну, конечно, нет. А ты чего хотела? Вот у нас, когда долго бежишь со всех ног, непременно попадаешь в другое место. Да? Ой, ой, какая медлительная страна! О, ну а здесь? Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Да, да. Если хочешь попасть в другое место, ну тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее. Олеся, ну быстрее! Нет! Нет, ваше величество, я никуда не хочу попасть. Мне здесь хорошо. Хорошо. Мне очень хорошо, только ужасно жарко, пить хочется. Но этому горю помочь нетрудно. Сухарик. Благодарю вас. Пока ты утоляешь жажду, я покажу тебе на карте... Карта! 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 Я покажу тебе на карте, куда ты пойдешь. Еще сухарик? Нет, благодарю вас, одного вполне достаточно. Да? Надеюсь, ты больше не хочешь пить. Во-первых, я дам тебе свои указания, чтобы ты их не забыла. Во-вторых, я с тобой распрощаюсь. В-третьих, я тебе покину. Внимание, Алиса, садись. Пешка, как ты знаешь, первым ходом прыгает через клетку, так что третью клетку ты проскочишь на всех парах. На паровозе должно быть. Тут же окажешься на четвертой. Там ты повстречаешь тру-ля-ля, тра-ля-ля. Да, Алиса? Раз, тру-ля-ля, и тру-ля-ля, тру-ля-ля, тра-ля-ля. Раз, тру-ля-ля, и тру-ля-ля, решили, что друг дружку из-за того, что... Карта! Тру-ля-ля. Успокойся. Алиса, хорошо, садись. Пятая клетка залита водой, пятая клетка залита водой, а в шестой расположился Ампти-Дампти. Шалтай-болтай. Шалтай-болтай, да. Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне, и вся королевская конница, и вся королевская... Алиса, замолчи! Алиса, ну? Ну? Ну, чего же ты молчишь? Не может, шалтай, не может... Алиса, замолчи! Ну, чего же ты молчишь? А разве я должна что-нибудь сказать? Тебе бы следовало поблагодарить меня за любезные пояснения, ну что ж, ну... Предположим, что ты так и сделала. Значит, так седьмая. Седьмая клетка вся заросла лесом. Ну, ты не беспокойся. Рыцарь на коне проведет тебя через лес. Рыцарь? На коне. На коне? Ну, на восьмой линии мы встретимся как равные. Ты будешь королевой, и мы устроим по этому случаю пир. Королева Алиса на праздник зовет, собирайся скорей, зажигай народ на высоком престоле, в блестящем лице. Королева Алиса вас ждет во дворце. И сказала она, зазеркальный народ, счастлив, что с ними королева не пьет. Королевство и счастье, великая честь, Алина, ты исполнишь королевы. Алиса! Elle est partie. Elle est partie. Oui, encore. Alice. Alice. Non. Если не знаешь, что сказать, говори по-французски. Oui, madame. Non, elle est charmante. Écartez bien les pointes de pied, mademoiselle. Oui, madame. Psst. И помни, обратного хода нет. Прощай. Так. Так. Надо. Надо осмотреться. Угу. О, о! Кто это там? Бьются, словно пчелиный рой. Так вот, пчел на таком расстоянии не увидишь.
слонов. Это как будет смешно, когда меня дома спросят, как мне здесь понравилось. Я скажу, очень. Очень приятная была прогулка. Было жарко, душно, и слоны докучали. Я, пожалуй, я пойду в другую сторону. А к слонам я пойду попозже. Мне нужно поскорее попасть на третью линию.
больших. Я могу вам сказать, как их зовут. И они, конечно, идут. Когда их зовут? Нет, 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 они не идут. Зачем же тогда их звать, если они не идут? А зачем вообще знать, как что называется? Нет, зачем? По-моему, если ты зайдешь поглубже вон в тот лес, лес забвения, увидишь, там нет имен. Никаких. И названий нет, но мы отвлеклись. Да какие у вас там насекомые? У нас там, ну. У нас там, у нас, к примеру, есть. У нас есть там и бабочка. Ага, взгляни. Знаешь, это кто? Нет. Смотри, это баобабочка. А что она ест? Опилки. А еще кто у вас есть? У нас еще есть стрекоза. Смотри, вон там на той ветке, ты видишь? Ты не видишь. Это стрекозел. А что он ест? Траву и отруби. А еще кто у вас? Нет, у нас всякие там мошки. Смотри, вон на то облачко. Это вьются они. Бегемошки. А едят они рыбешку. Ага. И лягушек. А если лягушек? Если не будет лягушек? Тогда умрут. И что, часто так бывает? Всегда. Интересно. А хочешь... Хочешь потерять свое имя? Нет, я не хочу. Ну и зря. Подумай, было бы удобно. Пришла в класс, забыла бы учить урок. Да. Учительница захочет вызвать тебя. А имени нет. Отвечать пойдет кто? Неизвестно. Имени-то нет. И вызвать невозможно. Она поводит пальцем по классу. Так. Уткнет его в меня и скажет: «Милочка, вы!» Ага. А ты, милочка, ей ответишь: «Увы!» Она тебе «вы», а ты «увы!» Хорошая вышла шутка. Даю. Ой, а что это вы все время предлагаете мне свои шутки? Вы знаете, это, например, вам... Не совсем, но удалось. Что уж там совсем не удалось? Ну что вы, нет, вас не нужно шутить, если шутки вас так огорчают. Его унесло собственным вздохом. Так, лес. Лес. Наверное, тот лес... в котором нет никаких имен и названий. Значит, я тоже потеряю там свое имя. Очень бы не хотелось. Во-первых, если я останусь без имени, мне сразу дадут новое. Наверняка какое-нибудь неподходящее. А мое имя куда денется? Придется... А, да, его найдет кто-нибудь другой. Тогда я дам объявление в газету. Ну, как пишут, когда потерялась собака. Потеряно имя... Откликается на имя Алиса, нашедшего просим возвратить Алисе, и внизу подпись Алиса. Только вот нет дураков возвращать такое прекрасное имя. Приятно! Приятно немножко освежиться в этом... Как он называется? Когда сидишь под... И от нее вот, который приятно немножко освежиться, никак не называется. Да.
просто это все никак не называется. Значит, все-таки случилось. Так как меня зовут, я должна вспомнить во что бы то ни стало. Я, конечно, смогу, конечно. Я, конечно, смогу, если я могу. Ну, а если я не могу, ну и как я смогу? Ведь я не смогу, если я не могу. А может быть, все же смогу. Ну, а сможешь ли ты, если не можешь? Может, ты сможешь, а может и нет. Сможешь ли ты, если не можешь? Подумай и выдай ответ. Ответ помню, там есть «Л». Оно начинается с «Л». Как вас зовут? Я не помню, пока никак. Постарайтесь вспомнить, так нельзя. А скажите, как вас зовут, может быть, мне это поможет. Отойдем немножко здесь, мне не вспомнить. Я Лайна, а ты человеческий детеныш. Ох, человек. Ничего, зато теперь я знаю, как меня зовут. Человеческий детеныш. Так, куда мне теперь идти? Так, дому тру-ля-ля, к дому тра-ля-ля. Судя по всему, они живут вместе, как я раньше догадался. Так. Раз тру-ля-ля и тра-ля-ля. Раз тру-ля-ля и тра-ля-ля, тру-ля-ля, тра-ля-ля. Раз тру-ля-ля и тра-ля-ля, решили вздуть друг дружку. Так, не буду у них долго задерживаться, забегу на минуточку. Из-за того, что тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Из-за того, что тра-ля-ля, испортил погремушку. Не буду у них долго задерживаться, забегу так на минуточку, спрошу, как мне выйти из лесу. Но ворон черный, будто ночь, будто ночь, будто ночь. Ворон черный, будто ночь, на них светел во мраке. Так, я тоже опаздываю. Нужно успеть до восьмой линии, пока не стемнеет. Герои сбежали прочь. Герои убежали прочь, совсем забыв о драке. Если ты думаешь, что мы восковые фигуры, выкладывай тогда денежки, за просмотр деньги платят. Иначе не пойдет ни в коем образом. И задом наперед, совсем наоборот. Если ты думаешь, что мы живые, тогда скажи. Что? Что-нибудь. Простите, извините. Я весьма сожалею. Я не хотел вас обидеть. Я правду. Я знаю, о чем ты думаешь. Все было вовсе не так. Ни в коем образом. И сразу наперед совсем наоборот. Если все так и было, то все именно так и было. Если же все было бы так, то все не могло бы быть не так. Но поскольку все было не совсем так, все было совершенно не так. Такова логика вещей. Я думала совсем не о том, о чем вы думали. Я думала о том, как бы мне поскорее выйти из
лесу. И я думаю, что вы покажете мне дорогу. И... Может быть, дорогу? Ты неправильно начала. Сначала нужно... По... Здорово. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, здрасте. По... Знакомиться. Тру. Ла-ла. Тра. Ла-ла. Алиса, ла-ла. Пожай друг другу руки. Поехали, поехали, поехали. 4 круга вполне достаточно для этого танца. Любишь стихи? Да. Что и прочесть. Смотря какие стихи. Самые. А вы не подскажете мне, самое. Какой дороги я могла бы... Самая длинная! Простите, пардон! Этот стишок очень длинный. То, может быть, сначала вы мне подскажете... Марш! И бортик! Сияло солнце в небесах, светило во всю ночь. Была светла морская гладь, как зеркало, точь-точь. Очень странно, ведь тогда была глухая ночь. И недовольная луна была на бездный вод. И говорил, что за чушь сидит не в свой черед. И день не день, и ночь не ночь. Ну все, наоборот. Пошли на бережок, и горько плакали они, взирая на песок. Если б кто-нибудь убрать весь этот мусор мог. Когда служанка, взяв метлу, трудилась до темна, смогла бы вымести песок за целый день она. Ах, ах, если б знал, заплакал морж. Проблема так сложна. Опустите, придите к нам. Он умолял в носке. И погулять, и поболтать приятно на песке. Мы будем с вами до утра бродить рука в руки. Но у среди преклонных лет не выплыли разом. К чему для странствий покидать? А юных устриц удержать, какой бы след ты мог, они в нарядных башмачах выходят на песок. Что очень странно, ведь у них нет и в помине ног. А нет же нет ног. Нет. И умыв руки и лицо прохладною водой, они спешат, они ползут от нава след другой за плотником и с ножом веселой борьбой. И молвил морж. Пришла пора подумать о делах, о башмачках и сургуче, капусте королях. И почему, как суп в котле, кипит вода в поля. Смотри, не сюда, постой, дай нам передохнуть. Мы все толстушки, для нас был очень труден путь. Уймитесь, плотник отвечал, поспеем как-нибудь. Нам нужен хлеб, промолвил морж, и зелень не горит, а также уксус с кремом. И непременно сыр, если вы не против, то начнем нам скромный пир. Ах, неужели был я вас не больше, чем еда? О, да! Хотя вы были так добры нас пригласить сюда. А морж ответил, а как блестит вечерня звезда. Я очень рад, что вы пришли в пустынный этот край. Вы так под уксусом нежны, любовью вы
выбирать. А плотник молвил, поскорей горчицу мне подай. Их заставлять спешить, мой друг, отнюдь мы не должны, проделав столь тяжелый путь, они утомлены. С лимоном плотник отвечал, не так они вкусны. Вытащил платок, что и не в силах удержать горючек слез поток. И две тяжелые слезы скатились на песок. А платник молвил, хорошо прошлись мы в час ночной. Наверное, устрицы хотят пойти себе домой. Но те молчали, так как их всех съели до одной. Кто тебе понравился больше, а кто меньше? Мне больше понравился морж. Ему, по крайней мере, было хоть капельку жалко бедных устриц. Но съел-то он больше. Тогда мне больше понравился плотник. Он съел меньше, чем морж. Просто ему не досталось больше. А съел он не меньше того, что съел. Тогда, значит, оба они хороши. И вы не подскажете, а вы подскажете мне, какой дорогой я могла бы... Как? Ты же еще не слышала историю черепахи Квази? Нет, это грифон. Смотри! Он не опасен, если не двигаться. Старина, эта юная леди не слышала историю черепахи Квази. Как? Ты не слышала историю черепахи Квази? Пошли, чудище. Я чудище, я девочка. Так я и говорю, девочки, это сказочное чудище, это каждый знает. Ведь у нас грифоны, это сказочное чудище, это каждый знает. Да ну? Ну да. Ладно, пошли. Пошли.
Вот он! Старик! Старик, это юная леди! Эта юная леди хочет услышать твою историю! Вы не доположите эту свою историю, вот оно что! Я все поведаю вам, не тая! Садитесь, молчите! Пока я не закончу свой рассказ. Однажды когда мы были малыми детьми, мы посещали школу в Синем море. Учителем был старый черепах. Мы звали его Спрутиком. Простите, зачем мы звали его Спрутиком, если на самом деле он был черепахом? Мы звали его Спрутиком за тем, что Спрутиком всегда ходил он в школу стыдно. Стыдно, юные леди, не понимать таких простых вещей. Старик, давай, проехали, поехали. Образование мы получили самое хорошее, даю тебе честное слово. У нас занятия были каждый день. Я тоже ходила в школу каждый день. И в этом нет ничего особенного. Старик. И нечего так уж хвалиться. Каждый день. Интересно. 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 А на каком уровне находится твоя школа? Простите, я не поняла, что значит на каком уровне. Ну, на каком уровне она стоит? От поверхности моря. Поняла? Нет, у нас там моря нет. Она стоит в городе. Там выше моря. Над водой. Выше? Над водой? Ты серьезно? Это не серьезно. Ну уж воображаю, какие вы там получаете поверхностные знания! У нас мальков и тех учат гораздо глубже. А чему вас учат мальков? Куча всяких наук прежде всего учат чихать, пищать. Простите, а долго у вас этому учат? Это зависит от нас, как все займем, так и закончим. Что займете? Занятия почему так называются? Занятия, потому что мы во время занятий у нашего учителя ум занимаем. И как все займем, и ничего ему не оставим, все сразу закончим. Вот в таких случаях и говорят, ему ума не занимать. Простите, а что ж тогда с учителем происходит? Учителем был старый черепах. Старик! Расскажи ей, как вы в наше время веселились, старик! Поехали! Она никогда не жила на дне морском! А я не жила! Она никогда не видела живого мара! Но зато я его однажды... Она понятия не имеет, как приятно танцевать морскую кадриль с аварами. А кадриль это что это? Это та! Нет, это та! Это танец! Говорит треска улитке, быстрей, дружок, уйди. Мне на хвост дельфин наступит, плетется позади. Видишь, крабы, черепахи, мчатся в море мимо нас. Черепах у нас на взморье, ты пойдешь, мы с нами пляс. Хочешь, можешь, хочешь, ты пустите с нами пляс. Ты не знаешь, как приятно, как занятно быть треской, если нас забросит в море и учит нас во морской. За много миль от берегов есть берега опять. Не роби, моя улитка, и пойдем со мной пляс. Можешь, ты со мной пойти, можешь, хочешь, хочешь, можешь, ты пойти со мной писать.
нашем лесу. Много тигров и львов. Это, по-моему, черный король. Расхрапелся. Немножко. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Посмотрим на него. Милый, правда? Так можно себе всю голову отхрапеть. Как бы он не простудился. Ему снится сон. И как, по-твоему, кто ему снится? Я не знаю, но этого никто знать не может. Ему снишься ты. Если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была? Я была бы здесь, конечно. Ошибаешься. Тебя бы тогда вообще нигде не было. Просто снишься ему во сне. Если вот этот вот король вдруг проснется, то ты сразу же улетучишь. Как воздушный шар. Потухнешь. Как свеча. Ничего я не потухну. И к тому же, если я только сон, то кто ж тогда вы, хотел бы я знать? Мы то же самое. Самое! Самое! Тебе-то что об этом думать? Ты ведь все равно не настоящая. Я настоящая? Не настоящая. Я настоящая! Настоящая чудище. Слезами дело не поможешь. И не вздумай заплакать. Я не буду плакать. Если бы я была не настоящей, вот я бы не плакала. Ты думаешь, это настоящие слезы? Себе идет, если ему так хочется пройтись, мы не возражаем и даже зад наперед совсем наоборот. Нет, ну только о себе и думают. Зачем?
Ну что, вздуем друг дружку. Пожалуй. Только, только пусть она поможет нам одеться. Раз труль-ля-ля и траль-ля-ля решили вздуть друг дружку из-за того, что траль-ля-ля испортил погремушку. Хорошую и новую испортил погремушку. Нужно на нас как-то надеть и закрепить. Надеюсь, надеюсь, завязывать и закалывать. Я очень бледный. Пожалуй, бледноват. На самом деле, я очень храбрый. Просто сейчас у меня голова болит. У меня болит зуб. Мне больнее, чем тебе. Тогда не деритесь сегодня. Нет, слегка подраться нам все-таки придется. Но я не настаиваю на долгой драке. Который теперь час? Половинка пятого. Подеремся до половинки шестого, потом по обеду. Что ж, решено. Она пусть смотрит. Только очень близко не подходи. Я когда разойдусь, сокрушаю все, что попадает мне под руку. А я все, что под руку. Но город черный, будто ночь, на них светел во мраке. Оно хоть бы уже страшный город прилетал поскорее. Ну! Ну что ж, надо начинать. А то скоро будет темно, как в бочке. И даже еще темнее. Смотрите! Смотрите, какая огромная тучка. Туча? Да. Смотрите, как быстро она приближается, и, по-моему, у нее крылья. Туча с крыльями! Это не туча, но это крылья. Это ворон? Да. Ворон. Бежим? Бежим. Величество. Тебе жаль моего величества? А как ты посмела меня жалеть? Нет,
Нет, вы меня не поняли. Я говорю не о жалости, я говорю о шалости. Вот, вот именно. Я говорю именно о шалости. Шалит с королевой. Подумать только, кто это позволил? У этой шали, гадкий, подлый характер. Я ее где только могла пришпилила. И тут. И тут. Но ей никак не угодишь. Не пойму, что с ней такое. Должно быть, она не в духе. Мне так жаль. Вот. Гораздо лучше. Да. Но знаете что, вам нужна горничная. Тебя я взяла бы с удовольствием. 2 пенса в неделю и варенье на завтра. Нет, простите, я в горничные не пойду, я варенье не люблю. Варенье отличное. Да, но сегодня мне правда не хочется. Нет, сегодня ты бы его все равно не получила, даже если бы очень захотела. Правило у меня твердое. Варенье на завтра и только на завтра. Да, но завтра оно когда-нибудь будет сегодня. Нет, никогда. Завтра никогда не бывает сегодня. А что, разве можно проснуться поутру и сказать, ну вот сейчас, наконец, завтра? А что, можно? Простите, это я не понимаю. Это все так запутано. Это такая чепуха. А нет, просто ты не привыкла жить в обратную сторону. Так вот, жить в обратную сторону, а мне поначалу... У всех немножко кружится голова. Да, жить в обратную сторону. Я никогда такого не слыхала. А как, это хорошо. И помнишь при этом и то, что уже было, и то, чего еще не было. Нет. У меня память не такая. Я не могу помнить то, чего еще не было. Я помню только то, что уже было. Довольно убогая память. Хорошо, а что вы помните лучше всего? То, что случится через 2 недели. Да, возьму, к примеру, королевского гонца. Так. Он сейчас сидит в тюрьме и отбывает наказание. Так. Суд, после которого его судят, и за которым он сидит в тюрьме и отбывает наказание, вот этот суд начнется только в будущую среду. Так. Ну, а про преступление, за которое его осудят, и за которое он сидит в тюрьме и отбывает наказание, про это преступление он еще и не подумал. А если он не совершит преступление? Тем лучше. Ну, простите, за что же его тогда наказывать? А вот тут и ошибаешься. Тебя когда-нибудь наказывали? Да, меня наказывали за провинность. И тебе это только пошло на пользу. Но меня было за что наказывать, это же большая разница. Да, но все же было бы лучше, если бы тебя наказывать было бы не за что. Что случилось? Гораздо лучше. Что случилось? Что случилось? Кровь из пальца! Хлещет кровь! Что случилось? Простите, вы укололи палец? Нет, не уколола пока. Но сейчас уколю! Простите, скажите, а когда вы собираетесь сделать это? Сию минуту. Брошка отколется сию минуту. Я его уколю! Больно. Ну, теперь ты понимаешь, как все здесь происходит? Кажется, ворон улетел. Я так рада. Я думала, уже ночь наступает. Нет, правда, я очень рада. Я бы с удовольствием порадовалась бы вместе с тобой. Только я забыла, как это делается. А тебе повезло. Живешь в лесу, да еще и радуешься, когда захочешь. Да, тут мне здесь так одиноко. И мне одиноко. Давай подумаем о чем-нибудь веселом. Который сейчас час? Нет. Ну, да подумай, сколько ты сегодня прошла. О, у тебя такие красивые бантики. Может быть, меня? А сколько будет? Сколько будет? Один плюс один, 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 плюс один. Не знаю. Я сбилась со счета. Посмотри.
И 101 год. Простите, этого не может быть. Этого не может быть, я этому поверить не могу. Ты попробуй. Нет, я попробую, но это не поможет. Нет, ты попробуй, закрой это... глаза, вздохни поглубже. Это не поможет, потому что ну нельзя же поверить в невозможное. Нет, просто у тебя мало опыта. В твоем возрасте я удивляла невозможному полчаса каждый день. Да. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтра. Скажите, а палец? Палец у вас больше не болит? Нет, не болит. Не болит. Спасибо тебе. Палец не болит. Спасибо тебе. Не болит. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Yeah.
Почем они у вас? За одну 5 пенсов, за 2 2 пенса. Значит, 2 яйца дешевле, чем одно? Да, только если купишь 2, нужно оба съесть. Тогда дайте мне, пожалуйста, 1. Может, они не свежие, кто знает. Я ничего никому не даю в руки. Это бесполезно. Тебе нужно, ты бери. Бери, пожалуйста, бери. Интересно, интересно, а почему это бесполезно? Не скажи на милость, ты девочка или юла? Ты так вертишься, что у меня уже голова кружится. Грести умеешь? Да, немного. Не зарывай, не зарывай, не зарывай, не зарывай, не зарывай. Интересно, почему вы все время говорите «не зарывай», а что я зарываю и куда? Ум ты свой зарыла, а куда? Не знаю. Кувшинки, смотрите, какие красивые, я прошу вас. И не проси. Я их туда не сажала и вырывать их оттуда не собираюсь. Нет, пожалуйста, остановите лодку, давайте нарвем кувшины. Почему это я должна ее останавливать? Не греби, она и остановится. Какие красивые, как бы мне дали дотянуться до самого красивого, никогда не дотянешься. Thank you.
и сидел на стене, шалтай, болтай, свалился во сне. Вся королевская горница, вся королевская рань. Не может шалтая, не может болтая, шалтая, болтая, болтая, шалтая, шалтая, болтая, болтая, шалтая. Зачем столько раз повторять одно и то же, и так все понятно? Не может шалтай, болтай, собрать. Чего это ты там ворвался? Шалтай, болтай! Мне это так же ясно, как если бы его имя было написано у него на лбу, а как похоже на яйцо. Да чего мне все это надоело? Все зовут меня яйцом. Просто все до единого. Нет, ну что вы, я только сказала, что вы похожи на яйцо, сэр. К тому же некоторые яйца, они очень хороши собой. А некоторые люди очень умны. Совсем как грудные младенцы. Так, разговор не клеится. Скажи мне лучше, как тебя зовут и зачем ты сюда явилась? Меня зовут Алиса. Алиса? Какое глупое имя. И что оно значит? Разве оно должно что-нибудь значить? Ну, конечно, должно. Ну, возьмем, к примеру, мое имя. Шалтай-болтай. Оно выражает мою суть. Замечательную, чудесную суть. А с таким именем, как у тебя, ты можешь оказаться чем угодно. Ну, просто чем угодно. Чем? Чем? Чем угодно. А почему вы здесь сидите совсем один? Потому что со мной здесь никто не сидит. Ты что, думала, я не знаю, как ответить? Загадай-ка мне еще что-нибудь. Простите, а вам не кажется, что внизу, да, внизу вам будет спокойнее, стена такая тонкая? Ну, ужасно легкие загадки ты загадываешь. Ну, к чему мне падать? Ну, даже если бы я и упал, что совершенно исключено. Даже если бы это произошло, если бы это все-таки случилось, то король обещал. Ты побледнела? И это не мудрено, этого ты не ожидала, да-да. Сам король обещал мне, он мне прямо так и сказал. Well, well, well. Да, он сказал, что он пошлет всю свою конницу, всю свою рать. Но вот это уже слишком. Ты что, подслушивала? Нет. Ты подслушивала? Нет, я не подслушивала. Ты подслушивала, иначе откуда бы тебе об этом знать? Я не подслушивала, я прочитала об этом в книжке. В книжке? В книжке? Книги об этом могли написать, и наверняка эта книга называлась «История Англии». Смотри же на меня хорошей. Да, это я разговаривал с королем, я и никто иной. Кто знает, увидишь ли ты еще когда-нибудь такого, можешь пожать мне руку, я не бор. Да-да, вся королевская конница, вся королевская ратница ко мне на помощь, они меня живо соберут. Ой. Впрочем, мы слишком далеко зашли в нашей беседе. Теперь я буду загадывать тебе загадки. Пожалуйста. Как ты сказала, сколько тебе лет? 7 лет и 6 месяцев. Вот ты и ошиблась! Ты мне об этом еще ни слова не говорила. А, нет, ну я думаю, что вы хотели спросить, сколько мне лет. Если бы я хотел так спросить, я бы так и спросил. 7 лет и 6 месяцев? Угу. Какой неудобный возраст. Если бы ты со мной посоветовалась, я бы тебе сказал, остановись на 7. Но сейчас уже поздно. Я никогда ни с кем не советуюсь, расти мне или нет. О, гордость не позволяет, гордынька. Это от меня не зависит. Не могу же я одна не расти, когда все растут. Одна, возможно, не можешь. Ну, вдвоем-то гораздо проще, но позвала бы кого-нибудь на помощь и прикончила бы все это к 7 годам. Какой у вас красивый галстук. Тут ты совершенно права. Он действительно прекрасен. Подарок от белого короля и королевы. Ну что, это неужели? Да, они подарили его мне на мой день рождения. Простите. Я не обиделся, можешь не извиняться. Да нет, я не поняла, что значит подарок на мой день рождения. Подарок на день не рождения. Да.
Это подарок, так, который тебе дарят не на день рождения. Знаете что? Мне больше нравятся подарки на день рождения. А вот и зря. Сколько в году дней? 365. А сколько у тебя дней рождения? Один. 365 минус один. Сколько будет? 364, конечно. О, вот и выходит, что 364 дня в году ты можешь получать подарки на день не рождения. И только один раз на день рождения. Вот тебе и слава. Да, а при чем здесь слава, я не поняла. И не поймешь, пока я тебе не объясню. Слава это, я хотел сказать, объяснил, как по полкам разложил. Слава? Слава, слава. Но слава совсем не значит, объяснил, как по полкам разложил. Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше. Это вопрос в том, подчинится ли оно вам. Нет, вопрос в том, кто из нас здесь хозяин. Вот в чем вопрос. Света, вода, звука, непроницаемость. Вот что я говорю. Вот что я говорю. Пожалуйста, скажите, а что вы говорите? Ну, наконец-то, дитя мое, ты говоришь дело. Я хотел сказать... Хватит об этом, подумай лучше, что ты будешь делать дальше. Ты ведь не собираешься всю жизнь здесь сидеть. Вот что я хотел сказать. Очень хорошо. Да. Вы знаете, вы очень хорошо объясняете слова, сэр. Мой конек. Объясните мне, пожалуйста, что значит стихотворение. Что до стихов? Да. Ну хорошо, да. Хорошо. Раз уж на то пошло, нет, пожалуйста. Вещь, которую я сейчас оглашу, была написана специально для того, чтобы тебя развлечь. Простите, она очень маэстро. Длинная. Зимой, когда белые поля, пою соседи веселя. Я, конечно, не пою, это так только говорится. Я вижу, вижу. Если ты видишь, видишь, пою я или нет, у тебя чрезвычайно острое зрение. Весной, когда растет трава, мои припомните слова. Я постараюсь. А летом ночь короче дня, и может ты поймешь меня. Может быть я и пойму. Глубокой осенью в тиши возьми перо и запиши. Обязательно запишу, если я не забуду. Ты не можешь помолчать. Несешь ерунду, только меня сбиваешь. В записке к рыбам как-то раз я огласил вот мой указ. И вскоре, через 10 лет, я получил от них ответ. Вот что они писали мне, мы были рады, но мы не... Простите, простите, просто боюсь, я не совсем понимаю. Дальше будет легче. Я им послал письмо опять. Я вас прошу не возражать. Они ответили мне: сэр, у вас, как видно, нет манер. Сказал им раз, сказал им два. Напрасно были все слова. Я больше вытерпеть не мог. И вот достал свой котелок. А сердце бук, а сердце стук. Налил воды, нарезал лук. Тут некто из чужой земли сказал мне: рыбки спать легли. Я отвечал: тогда пойди и этих рыбок разбуди. Я очень громко говорил, кричал из последних сил. И что? И? Что? Все? Да, это все. Прощай. И подумай, что ты будешь делать дальше. До свидания. Ну, вы знаете, я надеюсь, что мы еще встретимся. Даже если мы встретимся, я тебя все равно не узнаю. Ты ведь так похожа на всех людей. Да, людей. Людей обычно и различают по лицам. Вот я и говорю, всегда одно и то же. Два глаза, между ними нос,
а под ними рот. Вот если бы у тебя были два глаза с одной стороны, а рот на лбу, тогда, возможно, я бы тебя и узнал. Конечно, но это было бы так некрасиво. Попробуй, увидишь. В жизни своей я не встречала такого препротивнейшего. В жизни своей, не встречала такого наипери препротивнейшего. Это просто я в жизни своей не встречала такого наипери препротивнейшего. Свалился во сне. И вся королевская конница, и вся королевская рать не может, Шалтай не может. No! It's totally impossible to touch the kingdom! Stop! Come here! Stop! Well, little girl! What is your name, little girl? Алиса. Well, that's a paper, a бумага. What's this? A newspaper, газета. So your name is Alice. I am. Лесом, милый, ты их, наверное, видела. Я видела, как тут не увидеть, их там целые тысячи. Точнее, 4207 человек, я оставил себе только двух коней, они нужны мне для игры, и двух гонцов, я тоже оставил, они сейчас в городе, я жду их с минуты на минуту, взгляни-ка на дорогу. Кого ты там видишь? Никого. Мне бы такое зрение увидеть никого еще на таком расстоянии. А я на таком расстоянии и настоящих-то людей с трудом различаю на таком-то расстоянии. Ой, там кто-то стоит. Вот, вот он идет. Только как-то медленно и как-то очень странно. Англосаксонский гонец со своими англосаксонскими позами. Ужимками, аттитюдами. Он всегда так, когда думает о чем-нибудь веселом. А зовут его за отставить once again. За от. А второго ганса зовут Болванс. Болванщик, у меня их два. Один бежит туда, другой оттуда. О, прошу вас. И не попрошайничай.
Порядочные леди этого не делают. Нет, я просто хотела сказать, прошу вас, объясните мне, пожалуйста, как это? Это как ты один бежит туда, а другой ответит? Я тебе говорю, у них два конца. Один гонец хорошо, два лучше. Гонец дело винит. Гонец и мидис, гонец и вин. Don't scare me! I'm so sorry. It wasn't me. It's a tree. It wasn't me. За от Алиса. Алиса, за от король. The king of white. Что слышно в городе? Что? What? What? A hand? Two hands? Two hands? Which hands? Two hands and two legs. A monkey. Which monkey in town? A crocodile? Chicken? Giraffe? A dancer! Contemporary dancer! Dancing on the floor and ты меня пугаешь! Мне дурно! Кого это ты встретил по дороге? Никого. Слышал. Эта молодая особа тоже его видела. Да, кого? Никого. Он, значит, не так быстро бегает, как ты. Я стараюсь, как могу. Никто меня не догонит. Конечно, не догонит. Иначе он пришел бы сюда первым. Простите, кто? Никто. Жили-были. Не знаю, кто. Не знаю, с кем. Раз пошел. Не знаю, кто. Не знаю, зачем. Повстречал. Не знаю. Кого? Попросил. Не знаю. Чего? Ну, что же ты теперь... Ты теперь отдышался, скажи-ка, что слышно в городе лучше? Лучше, я шепну вам это на ухо, лучше. Из комнаты вон. Шепот. Не сметь больше так шептать, иначе я велю тебя пожарить на сливочном масле. Простите, кто взялся за свое? Как кто? Лев и единорог. Конечно. Бьем за корову смертный бой со львом единорог. Да, но страшнее всего то, что они бьются за мою корону. Гонял единорога лев вдоль городских дорог. Не думай. Посмотрим! Побежим! Бьем за корону смертный бой со львом! Единорог нанял единорога лев вдоль городских дорог! Кто подавал им черный хлеб, а кто давал пирог? А после их под барабан прогнали за порог! Скажите, кто победит, получит корону? Нет! Что тебе в голову пришло? Так, будьте так добры! Давайте мы присядем на минутку! Присядем на минутку? Чтобы отдышаться немного. Это ты называешь добротой, но ведь минутку! Минутку! Минутку нужно сначала поймать. Минутку!
как поживаешь, дитя? 78! Как они там дерутся, дитя? 79! Ну что ж ты молчишь, что дитя? Ха! 70-10! Ну, что же ты молчишь? Как они там дерутся? Очень хорошо. Каждый из них уже более 70-10 раз был сбит с ног. Значит, скоро им подадут черный хлеб и пирог. Я все уже готов, я уже отрезал тебе кусок. Останешься со мной. Нет, ты останешься со мной. Нет, все останешься. Отказал. Знаю, кто, не знаю, кому. Отказал и не дал. Не знаю, что, не знаю, почему. И не дал. И тот заплакал. Не знаю, кто. Фу, пожалел ты. Не знаю, что. Вот! Пошел. Не знаю, кто. Не знаю, куда. Это было не знаю где, не знаю когда. Так смелей же вперед, ибо Англия ждет. Мы положим врага на лопатки. Кто чем может себя оснащай, не оставь. Час последний решительный схват. Иди к нему, посмотри, иди к нему, и открики, иди. Единорог! Сегодня я взял верх. Слегка, а? Слегка. А? Вы только зачем вы проткнули его насквозь? Больно ему не было. Вряд ли сегодня они будут еще драться, поди вели барабанщика начинать. Барабанщики начинать! Перерыв 10 минут, всем подкрепиться. Это что такое? Это человеческий детеныш. Мы только сегодня ее нашли. Это самый настоящий человеческий детеныш. Натуральную величину, самого лучшего качества человеческий детеныш. Лучше не бывает. А я-то всегда был уверен, что дети просто сказочные чудища. Как ты сказал? Оно живое? Оно говорящее. Говори! Говори, чудище. Вы знаете, я тоже всегда была уверена, что единороги просто сказочные чудища. Я никогда не видела живого единорога. Ну а теперь, когда мы увидели друг друга, можем договориться. Если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя. Идет? Да, как вам будет угодно. Подавай-ка пироги, старина! Черный хлеб мы есть не станем! Беги! Беги! Это что такое? Попробуй отгадать! Ни за что не отгадаешь, даже я не смог! Ты кто? Животное? Растение? Минерал! Минерал? Да это сказочное чудище! Вот это кто! Сказочное чудище! Барабанщики! А ну-ка, чудище! Угощай нас пирогом! Да сядьте вы! Не смотрите, пирог делить по-честному! А вот сейчас можно бы устроить великолепный бой за корону! Да, я бы легко одержал победу! Сомневаюсь! Да я ж тебя по всему городу прогнал, щенок! По всему городу? Но это немало интересно! И как же нагонялись? Через старый мост! Или через рыночную площадь! Ты стояла столбом, я ничего не... Ну что ж ты, чудище, так долго режешь пирог? Но это же нечестно! Чудище дало льву кусок втрое больше моего! Зато себе оно ничего не взяло! Чудище, ты любишь сливовый пирог!
Значит, все это мне не приснилось. Хотя, может быть, все мы снимся кому-нибудь еще. Если черный король вдруг проснется, то улетучишься, как воздушный шарик, потухнешь, как свеча. Может быть. Нет, я не хочу. Это будет мой сон, а не сон черного короля. Все, сейчас я пойду и разбужу его. И что? И мы посмотрим, что тогда будет. А я, конечно, смогу, конечно, я. Я, конечно, смогу. Я и спас ее. Что ж, выясним это в честном поединке. Биться будем по всем правилам, конечно. Мы всегда бьемся только так. Блестящая победа, не правда ли? Блестящая была победа, была, не правда ли? Я не знаю. Вы, пожалуйста, вы не берите меня в плен. Я хочу быть королевой. Королевой вы и будете, когда перейдете следующий ручеек. Я провожу вас до пушки и вернусь обратно. Такой у меня ход. Благодарю вас, помочь вам. Снять шлем. О. Thank you.
Я вижу, вам нравится мой ящик. Нравится наш ящик. Это мое собственное изобретение. У меня в нем одежда и бутерброды. Я его надеваю вверх дном. И дождь в него не попадает. Да, зато все остальное из него выпадает. У него нету крышки. Выпали. Тогда зачем он мне? Догадываетесь, зачем? А вдруг пчелы собьют в нем гнездо? Тогда у меня будет мед. Это у вас уже есть вот что-то вроде улья. Правильно, это улей! Этот улей хороший, это самого лучшего качества улей, но ни одна пчела почему-то не летит в него. Еще у меня здесь мышеловка. Пустует. Не знаю, но, наверное, мыши отгоняют пчел. А пчелы мышей. А мыши пчел, а пчелы мышей! Не знаю. А зачем вам мышеловка? Трудно представить себе, что на конях живут мыши. Трудно. Но можно. А вдруг? Мы бы не хотели, чтобы они по нам здесь бегали. Здесь надо быть готовым ко всему. А это блюдо для чего? Это блюдо для пирога сливового. Сливового. Хорошая вещь. Вещь! Хорошая вещь. Прихватим с собой. А то, если найдем пирог, нам без блюда, как без рук. Пирог? Нет, это очень трудно себе представить. Конечно, вдруг. Нет, поэтому, если мы в лесу найдем пирог, это же очень трудно. Представь! Хотя можно. Коня, я выведу вас на опушку. Я надеюсь, что волосы у вас сегодня хорошо приклеены. Как обычно. Что? Как обычно. Как обычно нельзя. Этого мало. Ветер в лесу. О, такой сильный. Просто сметает все на своем пути. Сметанный ветер. Он рвет волосы с корнем. Да, но ничего. Вот, берешь палочку. Да. Берешь палочку и ставишь ее на голову, чтобы так. Волосы велись вокруг нее. Да. Волосы падают почему? Потому что свисают вниз. А вверх невозможно упасть. Это твое собственное изобретение. Испробуй его. Похоже.
Знаете, я сделал много замечательных открытий. Да. Ну, идиот. Оп. Оп. Я надеюсь, что вы ничего себе не сломали. Ничего существенного. Ничего себе не сломали! Знаете что? Простите. Вы, должно быть, вы не часто ездите верхом. Что заставило вас так думать? Если много ездить верхом, не будешь так часто падать. Я много езжу, очень много. Тогда вам нужно ездить на деревянной лошадке. Знаете, такая... С колесиками. А что, у таких ход легче? Гораздо легче. Достану себе такую лошадку. Одну или две? Одну. Или несколько? Одну. Вы знаете, великое искусство верховой езды заключается в том, чтобы правильно держать равновесие. Вот так. Нет! Нет! Как вы можете говорить вниз головой, да еще так спокойно? Неважно! Неважно, где находится моя голова, ум работает. Ум работает, не переставая, а голова... Голова? И что голова? Чем ниже моя голова, тем глубже мои мысли. Да, чем ниже, тем глубже. Пирог. Пирог. Пирог? Пирог? Пирог! 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 Теперь без блюда, как без рук. Пирог. Вы знаете о самом остроумном моем изобретении? Здесь я должен вас оставить. Такой у меня ход. Не грустите. Хотите, я вам спою в утешение песню? Она очень длинная. Очень. Но очень красивая. Когда я ее пою, все рыдают. Или... Что? Или не рыдают. Название этой песни называется «Пуговки для сюртуков». То есть вы хотите сказать, что песня так называется? Нет. Это название называется так, а песня по-настоящему называется «Древний старичок». А, что, это песня про древнего старичка? Нет. Одно дело название, а про что песня? Это совсем другое дело, про что песня. Это песня про то, как и почему, и посредством чего. Что это за песня такая? Какая песня? Ну, вот. А вот какая это песня, музыка собственного изобретения. Сидящий на стене. Я рассказать тебе это мог, как он встречался мне. Какой-то древний старичок, сидящий на стене. Спросил я, старый дед, чем ты живешь, на что? Но проскочил ему ответ, как пыль сквозь решето. Ловлю я бабочек больших на берегу реки. Потом я делаю из них блины и пирожки. И продаю их морякам три штуки на пятак. И в общем спорим, вот баланс справляюсь кое-как. А я обдумывал, как впредь питаться манной кашей. Чтоб ежемесячно полнеть и становиться краше. Я все обдумал, наконец, и дав ему пинка. Как поживаете, отец, спросил я старика. Вроду
буду ловлю я окуньков глухой полночный час. И пуговки, и сюртуков я мастерю из глаз. Но платят мне не серебром, а мой товар хорош. За 9 штук и то с трудом дают мне медный груш. Бывает, выловлю в пруду коробочку конфет, а то среди холмов найдут колеса для карет. Путей немало в мире есть, чтоб как-нибудь прожить. И мне позвольте, вашу честь, стаканчик пропустить. И только он закончил речь, пришла идея мне, как мост от ржавчины сберечь, сварив его в вине. За все сказал я старикам, тебя благодарю, а главный за тот стакан, что выпил в честь мою. С тех пор, когда я тосковал, когда мне чашка была, когда я пальцем попадал нечаянно в чернила, когда не с той ноги на шпаг пытался натянуть, когда отчаяние и мрак мне наполняли грудь, я плакал громко на весь дом. И вспоминался мне старик, с которым был знаком я некогда в краю родном. Он был таким говоруном, таким умельцем, а притом незаурядным знатоком. Он говорил о том, о сём, и взор его пылал огнем. А кудри мягким серебром сияли над пришим губом. Старик бормочущий с трудом, как будто он с набитым ртом. Храпящий громко, словно гром, сидящий на стене. Когда я пальцем попадал... Ой, ничего, ой, ой, ничего. Ой, ой. О, это что? Корона. Корона. Да, это я никогда не думала, что я так скоро стану королевой. И вот что я вам скажу, ваше величество. Не пристало вам валяться здесь на траве. Королевам должно вести себя с достоинством. Нет, нет, если я и вправду королева, со временем я научусь с ней справляться. Интересно, интересно. А интересно, кончилась ли шахматная партия? Сейчас. Скажите, пожалуйста. Никогда не заговаривай первый. Это, ну если... Ну вы подумайте. Шш. А как вы... Шш. Просто подумайте, что было бы, если бы все соблюдали это правило, и никто не заговаривал первым, а только бы ждал, пока с ним заговорят, а те бы тоже ждали, тогда никто вообще ничего бы не говорил. А следовательно... Нет, нет, это просто смешно. Но неужели ты не понимаешь, дитя? Ну как ты смела сказать, если ей вправду королева? Какое ты имеешь право так называть себя? Ты не королева, пока не сдашь экзамена. Какой экзамен? На королеву. Правильно. И чем скорее мы начнем, тем лучше. Я совсем не думала. Вот, вот это и мне не нравится. Ты должна была подумать. Ну а как, по-твоему, нужен кому-нибудь ребенок, который не думает? Даже в шутке должна быть какая-то мысль. А ребенок, согласись, сама вовсе не шутка. Ты нас в этом не разубедишь, как ни старайся, хотя бы ими руками. Я никогда никого не разубеждаю руками. Да никто и не говорит, что ты разубеждаешь руками. Я и говорю, руками нас не разубедишь! Приглашаю вас сегодня на обед к Алисе. А я приглашаю вас. Обед! Я даю обед! А, ну тогда гостей приглашать должна я. Ну вот, ну. Ну мы долго ждали, пока ты догадаешься нас пригласить. Милочка. А ты уроков хороших манер не брала? Ну, хорошим манерам на уроках не учат. На уроках учат арифметики и всякому такому. Ну...
Алиса. Сложение. Сложение у тебя обучили? Сколько будет? Один плюс 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 один. Все! Все, я не знаю, я сбилась со счета. 149. Сложение не знаю. Не знаю. Вычита не знаешь? Отними из 8 9. Что будет? Ну, не вычитай, не знаю. Не знают. Деление. Раздели буханку хлеба на нож. Что будет? Что по-моему, будет? Что? Да. Бутерброды. Да, бутерброды, конечно. А вот еще пример на вычитание. Отними у собаки кость. Что останется? Кость, конечно, не останется. Так, потому что я ее отняла. Собака, она не останется, она побежит за мной, чтобы меня укусить. Я, конечно, тоже не останусь. Значит, по-твоему, ничего не останется? Угу. Да, должно быть ничего. Опять неверно! Останется собачье терпение. О, не понимаю. Это очень просто. Собака потеряет терпение, верно? Наверное. Может быть. Но если она убежит, ее терпение останется, верно? Наверное. Может быть. Но может быть она тоже убежит, только в другую сторону. О, май гад. Боже мой, какой бред мы несем. Арифметику совсем не знает. А вот вы скажите, вот сами вы знаете? Прибавить я еще могу, если мне дадут подумать, но отнять ни под каким соусом. А вы? А? Перейдем к домоводству. Откуда берется хлеб? Отвечай! Чай! Чай! Ваше Величество! Откуда берется хлеб? Ну, это я знаю. Хлеб, он печется. Он печется? О ком это он печется? Не о ком, а из чего? Зерно берешь, мелешь его. Нет, не зерно ты мелешь, а чепуху. Чепуху? Жар. Как по-французски футенот? А что это значит? Понятия не имею. Футенуты? Если мне скажете, что это значит, я вам сразу переведу на французский. Королевы в сделки не вступают. Они споры не вступали. Не будем ссориться, скажи лучше, чего бывает молния. От грома? Нет, наоборот. Да не поправляйся, обратного хода нет. Я так хочу спать. Ваше Величество, устала бедняжка, прикладьте ей волосы, одолжите ей свой спальный чепчик и, ну, спойте ей колыбельную. Но у меня нет чепчика, я не знаю колыбельную. Что, придется мне самой ее убаюкивать? До-до, мадам, ле живо д'Алис. Запомнили слова? Вот теперь убаюкайте меня, я ж тебе тоже спасу. Все, ну, проснитесь же вы, наконец!
после завтрашней недели. Простите, а где привратник? Почему никто не подходит к двери? К какой двери? К этой двери, конечно. Как это никто не подходит к двери? Ты же к ней подошла. Простите, я не понимаю, что вы говорите. А чего ж тут непонятного? Небось, я не по-английски говорю. А как, по-твоему, где ты стоишь? Ну, я в ней колочу и все без толку. Зря колотишь. Так она серчать может, ни к чему стучать по двум причинам. Во-первых, ты находишься с той же стороны двери, что и я. А во-вторых... Во-вторых, они там так шумят, тебя все равно никто не услышит. Нет, но... Ты бы еще могла стучать, если бы между нами была бы дверь. Ты бы стучала, я бы тебя тогда выпила. Я буду здесь сидеть. День за днем, месяц за днем. Что хочешь? Я буду здесь сидеть. Очень может тебя возвращать. Вы опоздали. Мы уже съели суп, рыбу, мясо... И пудинг! I'm sorry, Your Majesty. И пудинг. Вы должны произнести благодарственную речь. Я поднялась... Поднимись. Я поднялась, чтобы выразить вам свою благодарность... Берегись! Сейчас будет что-то несусветное! Thank you.
Кити? 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 Кити, Кити, Кити. Кити, иди сюда. Кити, ты меня разбудила, а мне снился такой сон. Интересно, интересно, чей же это был сон? Так как же там? С тех пор, когда я тосковал, когда мне тяжко было, Кити, иди сюда, когда я пальцем попадал нечаянно в чернила, Кити, сюда, когда не с той ноги башмак пытался натянуть. Кити, Кити, Кити. И опять я сердцем с ней. Кити, Кити. С девочкой, прошедшей дней. Кити, Кити. Давней радостью моей. Лунный сам лишь во сне явился нам. Люди, как не верить снам? Скатерти, мухи, ежи, вот кошку кладите, а в чай комаран, лишь 30, а висит. Ура, 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 ура. И сказала она, зазеркальный народ, счастлив, тот, кто с тремя королевами пьет, это редкое счастье, великая честь, за обеденный стол с королевами сесть. Так нальем же бокалы, чернила и клей, не осушим мы залпом за наших гостей. Ты до светла мешай веселись до утра. 99, Алисе, ура! 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 Mm-hmm.